Главное событие сегодняшнего борцовского вечера – это бой Набухико Такада против Казуо Ямазаки. Также нас ждет бой Масахито Какихара против Дэна Северна и Бен Юзален против Киоши Тамуро. Но сначала бой Юка Мията и Йошихиро Такаяма. Приглашение борцов из раздевалок. Йошихиро Такаяма на ваших экранах. Самый высокий боец Бусидо. Ну и сейчас покажется Юка Мията. Очень интересный поединок, друзья мои. Поединок самого высокого с самым низким бойцов Бусидо. Вот сейчас они сойдутся, будет интересно на них посмотреть. Наверное, на голову ниже Мията, своего соперника. Но для начала давайте посмотрим официальные статистические данные сегодняшних бойцов. Йошихиро Такаяма, ему 27. Обратите внимание на рост. 6 футов 5 дюймов. 240 фунтов вес Такаямы. Провел он 17 боев, только в 6 одержал победу. Проиграл 10 поединков, и в одном поединке была зафиксирована ничья. И вот давайте посмотрим статистику по Юки Мията. Там было 6 футов 5 дюймов, здесь рост 5 футов 10 дюймов. 30 лет Юка Мията и 200 фунтов веса. То есть проигрывает он по всем параметрам. Мало того, что старше этот парень из Канагавы, так еще и ниже и легче. 20 боев он провел, всего-навсего в 5 одержал победу. 15 поединков он проиграл. Ну, здесь очень легко будет разбираться, кто есть кто. Юка Мията, тот, который маленький. Йошихиро Такаяма, тот, который большой. Называйте их как угодно. И плюс еще Юка Мията одет в полностью закрытое трико. Такаяма в трусах. Ну и Такаяма, естественно, длиннющие ноги, длиннющие руки. И уверен, что Такаяма будет сейчас молотить своими конечностями, словно жерновами мельницы. Юки Мията будет чрезвычайно тяжело справиться с ударами Такаямы. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что только чудо может заставить Юка Мията победить в этом бою. Может быть, кстати говоря, у Юки Мията будет преимущество в опыте. Поскольку Мията постоянно совершенствует свое мастерство. И чуть ли не 24 часа в сутки он занимается тренировками. Вот за такими приемами, конечно же, будущие преимущества Юки Мията. Он будет пытаться воспользоваться малейшей нерасторопностью, малейшей потерей концентрации у Такаямы. Посмотрим, чем все завершится. Но, естественно, Йошихиро Такаяма будет сейчас швырять Мияту почем зря, если, конечно, Юка позволит это сделать. Вот, пожалуйста, вам. По крайней мере, в начале этого поединка Юка Мията не выглядит мальчиком для битья. Лично мне это очень отрадно, поскольку, ну, не знаю, слон и моська такие на ринге. Вот очень приятно, что Юка Мията такой вот моськой не выглядит. Я думаю, что Такаяма вышел изначально на ринг со 100% уверенностью в своем преимуществе и в своей победе. Так что, вполне вероятно, Юка Мията попытается этим воспользоваться. Но Такаяма пока почему-то борется не в несвойственной ему манере. Он занимается, ну, вещами, к
которыми не надо заниматься в данную секунду на ринге. Я думаю, многие со мной согласятся, тем более вспоминая последние бои Такаямы. Совершенно не использует Йошихиро преимущество в росте, прежде всего в росте. Нету ни ударов ногами, ни ударов руками. И пока Такаяма, я бы сказал, по крайней мере визуально, вот сейчас по первому впечатлению, находится в невыигрышном положении. Абсолютно правильно. 15-13 впереди Юка Мията. И если ничего не изменится, то Такаяма будет очень горько по окончании этого поединка. Ну, конечно, конечно, Такаяма наконец-то вспомнил, что у него есть руки и ноги. Абсолютно верно. А как иначе? Вот дважды ударил Такаяма ногой по лицу Юки Мияты. Помимо этого, очень неплохо бросил через себя. Ну и, естественно, Такаяма должен использовать свои преимущества в росте. Длина ног, длина рук позволяет Йошихиро Такаяме немножечко поиграть с Юки Мияты в кошки-мышки и затем провести смертельный удар. У Юки Мияты вполне вероятно, просто-напросто не хватает физических сил для проведения болевого приема. Тем более, что очень неплохо защищается Такаяма, прежде всего с помощью ног. Только что мы видели, как постоянная угроза захвата ногами немножечко ограничивает действие Юки Мияты. Нельзя Мияты сейчас бороться против Такаямы на дистанции. Ох, как неплохо атаковал Мияты. Вы видели, да? Великолепно сейчас провел атаку Юки Мияты. Великолепно и руками, и ногами. Показал Такаяме, что не все коту масленица. Но этим самым он только разозлил своего более высокого соперника. Ну и сейчас очень нелегко может быть Юки Мията. Вы посмотрите на выражение лица Мията. Канаты. В других поединках Йошихиро Такаяма обычно сначала оттаскивает своего оппонента к центру ринга и только затем проводит болевой удушающий прием. Сейчас только превосходство в опыте Юки Мията спасло этого невысокого атлета от неприятности. Великолепно атаковал сейчас Мията. Великолепно бросил Юки Мията. И что, это чистая победа? Да, совершенно верно. Вот он удушающий в исполнении Юки Мията. И поплатился Йошихиро Такаяма за свою расслабленность и, я бы даже сказал, расхлябанность в этом бою. Слишком многое он позволял Юки Мията. Слишком многое. Вот так вот. Ну, а Юки Мията остается только аплодировать. Великолепный поединок он провел. Юки Мията протягивает руку Такаяме. Давно они знакомы, конечно. Пытается сейчас поднять руку, но не так-то просто это сделать. Такаяме достаточно болезненно несколько раз захватывал руку Йошихиро Такаяме Юки Мията. И великолепно, великолепно. Я уверен, что многие могут пересмотреть свое отношение к Юки Мияту, несмотря на свой малый рост.